Приветствую всех искателей приключений в игре Genshin Impact. Это видео для тех, кто не знает, что есть такая штука, как Хуёлаб. Как в нее попасть? То есть мы открываем лянчер на ПК, на смартфонах и PS4. Я не знаю, как это работает, не работает. Но я ссылку оставлю в видео, в описании под видео. Так, вот мы открыли лянчер наш. Здесь вот заяц есть, вот такой заяц. Мы его жмякаем. Открывается hoyolab.com Genshin. И дальше, что нас интересует? Мы выставляем русский язык. Дальше кликаем опять вот на этого зайца, и нам нужно войти в свою учетную запись. Итак, мы выходим. Так, вот мы зашли на сайт Hoyolab. И вот видите, здесь отмечайтесь в Hoyolab, получайте награды в игре. Они не высокие, но все же хоть по чуть-чуть можно там чего-нибудь себе набрать. Вот, и здесь есть вот такая штука, отметиться, учетная запись и сайт. Вот, я нажимаю вот сюда, отметиться. Это можно здесь нажать, это можно здесь нажать. Мы вот так нажимаем. И тут вылетает вот такая штука. По дню. Отмечаться можно каждый день. То есть как бы не так уж и много всего дают, но все же. Мы вот так почему-то опять просит войти. Если я так нажму отметиться. Нажимает, все равно требует вход. Ладно, еще раз войдем. Тыкаем. Все, вот мы поздравляем. Сделана отметка о посещении. Посмотреть другие. Там еще должны что-то дать. Так, за первый день мы получили. Так, и еще нам должны будут дать Примагем 100 штучек. Море и опыт искателя приключений. Здесь вот правила описаны, кому нужно, почитайте. Так, ну а дальше, мы заходим в Genshin Impact. Итак, мы зашли в Genshin Impact. Дальше мы идем на почту. И получаем вот эти вот свои наградки. Тут, кстати, пайман еще, да, вот. Daily Hoyolab 100 примагемов дают 10 тысяч моры. И, ну, эти книжечки, короче, на опыт. Мы вот так все это собираем. И довольствуемся тем, что нам дали. Так, еще раз повторяю, что вот этого зайца тыкаем, попадаем на сайт. У кого нету лянчера, я оставлю ссылкой в описании. И вот так каждый день заходите, следующий, во второй день дадут кристаллов. Опять
опыт дадут. Ну, 10 так по мелочи моры насыпят. 20, 40, 60. Еще в течение месяца вот 60 примогемов насыпят. Так что и заходите, читайте тут новости. Иногда очень хорошие вещи тут придумывают. Так что благодарю всех за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до свидания и до новых встреч.